Я председатель Совета ветеранов Ачинского глиноземного комбината. У нас люди жалуются очень по квитанциям. Почему? Кем? И на каком основании каждый год повышаются тарифы у нас? За содержание, за коммунальные услуги, за капитальный ремонт, по электроэнергии. Каждый год человек получает пенсию 14 тысяч, 6-7 тысяч отдает, оплачивает, остается совсем на проживание, совсем ничего. А цены-то какие в городе страшные? Как жить людям? Я постараюсь частично ответить, частично, я думаю, что мы попросим наших моих коллег из Министерства промышленности, энергетики, ЖКХ и Министерства тарифной политики подготовить прямо разъяснительную памятку, почему так произошло. Просто в прошлом году, как вы знаете, тарифы повышались дважды. Один планово, а один опережающими темпами, потому что теперь до лета следующего года тарифы повышаться не будут. Поэтому, плюс это совпало с началом отопительного сезона, плюс это совпало с низкими температурами, когда на общедомовые нужды по, как я понимаю, может быть я там не совсем профессионально это расскажу, но общедомовые нужды увеличилось потребление. Это что касается тарифов. То есть дальше они повышаться не будут. Что касается капитального ремонта, на моей памяти они поднялись один раз в прошлом году на величину инфляции 4%. Больше они не повышались с момента их появления. На капитальный ремонт общедомового... Давайте я разберусь, может быть я тогда не прав. Может быть я не прав. Может быть, просто есть текущий ремонт, который платится управляющей компании, есть капитальный ремонт, который платится фонду капитального ремонта. И как, просто я вот, насколько помню, как фонд капитального ремонта плату поднимал один раз осенью прошлого года на величину инфляции. А так она как была от 11 до 16 рублей за квадрат, так она и была. Может быть, я не прав, я уточню.